ручкой, меня слышит. Мы начинаем с вами трансляцию рассказа про черные дыры. Сегодня у нас будет довольно интересная лекция. Она связана с тем, что на сегодняшний день технологии уже развились настолько, что мы с уверенностью можем говорить о том, что черные дыры существуют, исследовать черные дыры, измерять их разные параметры. Но при этом, если вы просто так начнете гуглить слово «черные дыры» термин, то вы обнаружите, что с ним связана масса всяких неоднозначных, зачастую противоречащих друг другу историй. И разобраться во всем этом бывает довольно трудно из-за того, что поток информации настолько огромный, что нам понадобятся какие-то серьезные специальные знания, чтобы отличить зерна от плевел и понять, где правда, а где выдумка. Вот этим мы с вами и займемся. Мы обсудим 7 мифов про черные дыры, но сначала поговорим про то, что такое вообще черные дыры. Итак, позвольте представиться. Я научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров, сотрудник Кванториума, сотрудник СЕВГУ и занимаюсь астрофизикой и заодно еще популяризацией науки и немножко всякими дополнительными инженерными работами для того, чтобы можно было эту самую науку двигать вперед. Итак, поехали. Что такое черные дыры? Ну, начнем с того, что в нашей Вселенной самые большие объекты — это галактики. Галактики, они образуют скопления галактик, внутри галактик находится скопление звезд, и практически вся светящаяся материя, все светящееся вещество, которое мы видим во Вселенной — это звезды. Звезды — это основной источник энергии в нашей Вселенной. И звезды светятся за счет того, что в них происходят специальные реакции, которые очень сильно отличаются от того, что мы видим на Земле. Если вы проведете какой-то химический эксперимент или, допустим, даже просто подожжете бумажечку, то вы будете сталкиваться именно с химическими реакциями. Это самые распространенные реакции на нашей планете. Мы их постоянно видим, они нам помогают жить, иногда даже мешают, окисляют нам наши автомобили после зимы. Но есть еще другой тип реакций, о которых мы, конечно же, знаем, просто сталкивались гораздо меньше. Это ядерные реакции. И вот эти реакции во Вселенной происходят в основном в недрах звезд. Отличаются они от химических тем, что при химических у нас происходит взаимодействие химических элементов между собой. И при этом образуются какие-то химические соединения, которые можно легко, ну или трудно, обратно преобразовать в химические элементы. А вот сам процесс того, как химические элементы меняются, переходя из одного элемента в другой, как раз называется ядерными реакциями. Если ядерные реакции, а это бывает практически постоянно, идут с очень высокой температурой и с выделением энергии, то такие реакции называются термоядерными. Если в ядерных реакциях образуются новые элементы, то реакция называется синтезом. И вот большое название, такое общее суммарное название итоговое, тех процессов, которые происходят внутри звезд, которые в основном выделяют энергию, это термоядерные реакции синтеза. И вот в нашем Солнце, как в типичной звезде, происходит самая распространенная реакция, это термоядерный синтез из ядер водорода в гелий. То есть гелий синтезируется из водорода. И при этом выделяется энергия. За счет этой энергии светится наше Солнце. У нас есть день, а есть ночь. Светятся другие звезды. И, возможно, такое замечательное явление, как жизнь на планете Земля. Ну и еще много-много других явлений. И, собственно говоря, именно за счет этой реакции мы видим большинство процессов, происходящих в космосе, потому что выделяется энергия, она подсвечивает окружающие объекты, подсвечивает планеты, астероиды, кометы, туманности, и мы все это замечательно видим. Без этих реакций, конечно, мы видели бы очень мало. А при чем же здесь черные дыры, спросите вы? А дело в том, что в конце своей жизни у самых-самых массивных звезд внутри
в ядре этих звезд ядерные реакции доходят до такой стадии, что из самых простых элементов, из водорода, все превращается в железо. Железо — это уже такие большие тяжелые атомы. У них очень много протонов и нейтронов в ядре, поэтому они тяжелые и гораздо менее стабильные, чем ядра водорода. И обладают они тем замечательным свойством, что когда все химические элементы у нас в звезде дорабатываются до железа, то вот все, что до железа, все эти реакции идут с выделением энергии, и за счет них звезда светится. А все, что после, у нас происходит с поглощением энергии. То есть представьте себе, что если мы захотим из железа сделать какой-нибудь там кобальт, или стронций, или свинец, то на эти реакции нам придется уже затрачивать энергию. А это значит, что при таких реакциях звезда наоборот будет не светиться, а гаснуть, как бы поглощая окружающую энергию. Конечно, пролетающий мимо свет она еще пока не будет поглощать, но тем не менее. И вот в конце жизни такие звезды начинают остывать изнутри за счет того, что железо пытается превратиться в другие химические элементы, более тяжелые, но при этом затрачивается энергия звезды, звезда остывает, и мы знаем, что при остывании у нас все тела сжимаются. Поэтому ядро звезды тоже начинает сжиматься, и оно может, если там было достаточно массы, перейти в такую фазу, в такую стадию, когда вот силы сжатия, силы притяжения, которые звезду, собственно говоря, и сжимают, они приводят к очень мощному схлопыванию звезды, настолько мощному, что никакие другие силы противостоять этому не могут. Такое явление называется коллапс, когда гравитация побеждает все остальное. И вот тогда звезда неограниченно сильно сжимается в одну точку, и остается только лишь ядро звезды, сжатое очень-очень сильно. И вот в случае самых массивных звезд с массой 5, 10, 20, 30, 40, 50 или даже 100 масс нашего Солнца, а мы знаем, что сейчас существуют звезды с массами до 300 масс нашего Солнышка. Кстати, про Солнышко. Если вдруг кто забыл, масса нашего Солнышка составляет тысячи триллионов тонн. Настолько оно тяжелое. А тут еще гораздо большая масса. И естественно, силы гравитации при этом настолько мощные, что все остальные силы победить их уже не могут. Ядро звезды сжимается очень сильно. А мы знаем, что, например, по нашей планете мы с вами ходим вот так вот спокойненько, благодаря тому, что нас, вот эта самая гравитация, то есть искривление пространства, которое мы ощущаем в виде силы гравитации, оно нас притягивает к звезде, и сила трения позволяет нам отталкиваться от поверхности планеты, поэтому мы так замечательно ходим. Но вдруг мы захотели с вами не просто ходить по планете, а полететь куда-нибудь. Мы берем, подпрыгиваем, опачки. А почему-то мы оказываемся обратно на поверхности планеты. Почему это происходит? А все из-за той же силы гравитации. Она нас притягивает обратно. Хорошо. А что будет, если мы оттолкнемся не со скоростью там 1 сантиметр в секунду, а со скоростью 1 метр в секунду? Мы подпрыгнем выше. А если это будет 1 километр в секунду, мы подпрыгнем еще выше. И, наконец, если мы наберем скорость 8 километров в секунду, этого будет достаточно для того, чтобы мы вышли на орбиту вокруг нашей планеты. Что такое орбита вокруг планеты или вокруг звезды? Орбита – это траектория движения тела, которое постоянно падает на эту планету или на звезду. То есть фактически мы, двигаясь по кругу, пытаемся упасть на эту звезду, но за счет того, что мы при этом летим вдоль поверхности, мы не падаем. Вот такая хитрость. Поэтому двигаемся дальше. Если мы наберем еще большую скорость, то наша орбита из круговой станет эллиптической, то есть вытянутой. И, наконец, набрав в 1,4 раза, ну, допустим, в полтора, да, округлим, большую скорость, чем наша круговая, она же называется первая космическая скорость, 8 км в секунду. Вот если мы в полтора раза больше наберем, это уже будет больше, чем так называемая вторая космическая скорость, когда мы на
настолько далеко улетаем от планеты или от звезды, что уже никогда не возвращаемся назад. То есть мы побеждаем силы гравитации. Это вторая космическая скорость. И для нашей планеты это 11 км в секунду, для нашего Солнышка это сотни километров в секунду. И вот выясняется, что вторая космическая скорость, которая и не дает нам улететь с планеты, потому что человек, подпрыгивая, он не может набрать 11 км в секунду, это слишком большая скорость. Вот. Эта вторая космическая скорость, она зависит от соотношения массы тела, вот на котором мы находимся, и его размера. Если мы очень сильно захотим улететь с нашей планеты, то мы можем ее увеличивать в размерах, раздувать, и при этом вторая космическая скорость будет падать, и в конце концов мы сможем с ней улететь. Или наоборот, если мы начнем нашу планету очень сильно сжимать, то мы можем ее сжать настолько сильно, что вторая космическая скорость вырастет до сотен, до тысяч, или даже до сотен тысяч километров в секунду. А мы знаем, что есть ограничение, это самая большая скорость, она называется скорость света, это 300 тысяч километров в секунду, или, если быть точным, 299, 792 и 458 миллионов метров в секунду, которая ограничивает все. И самое главное то, что она нам показывает, с какой скоростью двигается свет. А это значит, что если мы с поверхности такой планеты, у которой вторая космическая скорость равна или больше скорости света, посветим наверх фонариком, то этому свету будет невероятно трудно оторваться от такой планеты. И в случае, если вторая космическая для этой планеты будет превосходить скорость света, то луч от фонарика не сможет улететь от планеты. Он упадет обратно. Представляете себе? Вы светите фонариком, а у вас луч света падает обратно на планету. Вот такие чудеса действительно могут быть во Вселенной. Такие объекты, которые сжались настолько сильно, что у них вторая космическая скорость стала больше скорости света, и называются черными дырами. И они как раз и образуются из звезд. Вот поэтому мы с вами про звезды и говорили. А образуются из звезд, потому что железное ядро может схлопнуться настолько сильно. На самом деле во Вселенной есть и другие процессы, которые приводят к образованию черных дыр. Но вот схлопывание звезд это самый-самый классический, самый обычный такой пример. А черная дыра, которая получается в результате такого процесса, будет устроена очень просто. У меня будет некоторый центр, мы называем его сингулярность, где давление и плотность переходит уже в бесконечные величины, и там рассчитывать что-то математически становится очень трудно. И на некотором расстоянии вот этой сингулярности будет условная линия, вот на этом рисуночке она черненькая такая, вот эта черная линия, она называется горизонт событий. Что же такое горизонт событий? Горизонт событий, вот он здесь показан, он как бы отделяет черную дыру от нашей Вселенной. Потому что именно на горизонте у нас вторая космическая скорость становится больше скорости света. На самом деле это не строго, то есть не строго на горизонте, потому что это будет зависеть от того, как там черная дыра вращается и от других ее свойств. Но вблизи горизонта вторая космическая скорость у нас превосходит скорость света. То есть здесь ниже она превосходит, здесь ниже она не превосходит. Поэтому вот отсюда мы можем передавать какую-то информацию в нашу Вселенную и видеть, что здесь происходит. А что происходит тут, мы не знаем. И узнать об этом очень-очень трудно, потому что вся информация, которая могла бы оттуда выйти, она не выходит, потому что не может превысить скорость света. И все. И вот все, что внутри, можно смело называть черной дырой. Это сингулярность центра черной дыры. Это горизонт событий. Вот такое устройство для черной дыры. И есть такая замечательная поговорка, что черные дыры не имеют волос. Она означает, что у черных дыр очень мало свойств. Ну, банально взять тот же самый цвет. Как определить цвет черной дыры, если она ничего не испускает? Это очень трудно. Поэтому свойств у черной дыры очень мало. И мы можем выделить три основных свойства. Это масса, заряд и вращение. И вот на сегодня мы уже умеем измерять массы. Умеем измерять косвенным образом вращение черных дыр, но пока еще очень не точно. И пока еще не смогли определить заряд. Но, скорее всего, у черных дыр вообще, в принципе, существует.
Двигаемся дальше. Начнем мы с нулевого мифа. Это миф о том, что вообще, в принципе, черные дыры – это некоторая такая математическая абстракция. Ее придумали ученые для того, чтобы… Для чего? Ну, для того, чтобы написать заявку на грант или оправдать свою зарплату, или просто что-то придумать. А на самом деле черные дыры не существуют. Ну ведь правда же, посмотрите, никто не видел черных дыр. Черные дыры не бегают по поверхности планеты, их не показывают в зоопарках, а по телевизору рисуют какие-то непонятные анимации. Так откуда же мы знаем, что вообще черные дыры существуют, и все это не выдумки, а действительно они есть. Итак, сейчас самое веское, самое надежное, самое уверенное доказательство того, что существуют черные дыры – сделали вот такие приборы. Они называются гравитационно-волновые телескопы. Похожи на адронные коллайдеры или синхрофазотроны. Это специальные приборы, состоящие из двух перпендикулярных огромных вакуумных труб длиной по несколько километров. Сейчас работают три больших таких телескопа и несколько маленьких. Два больших находятся в Америке, один чуть-чуть поменьше находится в Италии, возле Пизы, и еще несколько маленьких находятся в разных местах. Но строятся сейчас такие штуки везде, и в Индии, и в Японии, и везде-везде. Хочется надеяться, что и у нас когда-нибудь все-таки такую штуку хотя бы захотят построить. Идея заключается в том, что если во Вселенной у нас между собой взаимодействуют очень тяжелые объекты, то, как они искривляют пространство, как бы гравитационное поле, которое они создают вокруг себя, при их взаимодействии оно искривляется, и по нему бегут волны. Я долго об этом не буду рассказывать, вы можете найти в интернете мои лекции по гравитационным волнам, или даже в следующий раз я прочитаю здесь, с этой замечательной трибуны, как раз лекцию про гравитационные волны. Мы с вами очень подробно все это разберем, уже со свежими мыслями. А пока скажу только то, что при взаимодействии черных дыр образуются самые мощные гравитационные волны, которые могут зарегистрировать вот такие прекрасные инструменты. И сейчас у нас уже есть свидетельство о нескольких десятках таких событий, когда черные дыры сталкиваются, падают друг на дружку, при этом искривляют пространство, и мы это чувствуем при помощи вот этих телескопов. Это самое надежное доказательство, потому что никакие другие процессы не способны сделать что-то подобное. То есть просто вариантов других нет, только черные дыры. Среди этого всего огромного разнообразия был всего один случай, когда взаимодействовали между собой две нейтронные звезды. И мы получили уверенное доказательство того, что это действительно нейтронные звезды, потому что удалось при помощи оптических телескопов, вот обычных телескопов, к которым вы привыкли, увидеть вспышку в галактике, которая по своим характеристикам совпала с тем, что показали нам гравитационно-волновые телескопы. То есть эта теория еще раз подтвердилась, что она действительно работает и является действующим физическим экспериментом, очень надежным. Переходим дальше. У нас на самом деле есть здесь еще одно доказательство от того, что черные дыры существуют, и даже не одно. Вот. Но одно самое зрелищное я вам покажу через парочку мифов, вы увидите, что это такое. Миф номер один. Нулевой миф был, ученые скрывают. Миф номер один, что черные дыры все-таки существуют, но они очень-очень большие. Действительно, можно в новостях встретить такой термин, как сверхмассив, огромная сверхмассивная черная дыра сейчас, значит, там подлетит и нас всех съест, или там огромная сверхмассивная черная дыра выбрасывает из галактики какой-нибудь колоссальный джет, особенно на Ютубе там любят так говорить, что вот этот джет сейчас всех нас сожжет. Так вот, дело в том, что для того, чтобы сформировать черную дыру, нам нужно очень сильно сжать вещество. Насколько же сильно? А вот представьте себе наше Солнце. Если мы захотим сделать из него черную дыру, нам из его текущего размера 1 400 000 километров придется сжать его до размера в 3 километра. Это его радиус. И диаметр, соответственно, будет 6 километров. А самые лучшие телескопы на Земле, которые смотрят на Солнце, они могут разглядывать на его поверхности детали размером в сотни километров. То есть мы такую черную дыру не
не сможем увидеть на месте Солнца, не только потому, что она черная, но и потому, что она, в принципе, будет настолько мелкая. И вероятность того, что мы столкнемся с таким маленьким объектом во Вселенной, она очень маленькая. Но во Вселенной есть и черные дыры, которые образуются не совсем из звезд, они гораздо больше по массе. И тем не менее, даже такие сверхмассивные черные дыры, они не превышают в своих размерах габаритов нашей родной Солнечной системы. А мы помним, что если мы захотим от Солнечной системы, от нашего Солнышка, полететь к другой планетной системе, то нам понадобится пролететь тысячи размеров нашей Солнечной системы, чтобы долететь. Вот отсюда очевидно, что черные дыры в космических масштабах, они действительно очень и очень маленькие. И, между прочим, есть самые-самые супермаленькие черные дыры, которых, к сожалению, пока что еще не нашли. Но возможно, что они существуют, и можно попытаться их создать искусственным образом в адронных коллайдерах, в том числе и в знаменитом Большом адронном коллайдере. Вариант такой. Берем две элементарные частички, разгоняем их электромагнитными полями до скоростей, близких к скорости света. При этом у них возрастает энергия очень сильно. И мы можем столкнуть такие частички. И в этом случае у нас в очень маленьком пространстве будет заключен огромный объем энергии. И там может возникнуть черная дыра. Пока что это еще гипотеза, плавно переходящая в теорию, но не в практику. То есть мы не смогли на практике это осуществить. Тем не менее, будем стараться. Это очень интересно было бы в лабораторных условиях изучить черную дыру. Некоторые считают, что это было бы не только интересно, но и опасно, потому что такая черная дыра немедленно бы, значит, свернула бы пространство, а вместе с ним и нашу планету, а потом, глядишь, и Солнечную систему, и вообще нашу всю галактику, и всю Вселенную. Вот, и все схлопнется в черную дыру. На самом деле, тут ответ очень простой. Вот такой. Потому что такие черные дыры, они не существуют длительное время, за которое они способны будут что-то съесть. У них размер меньше размеров элементарной частички, то есть им, чтобы пробраться как-то среди элементарных частиц и скушать какую-то другую частичку, нужно время. А они не живут это время, они испаряются очень быстро. Вот и все. Вот, кстати, проверить то, насколько они быстро испаряются, и было бы интересно в условиях лаборатории. Но, надеюсь, мы до этого доживем. Миф номер два, в скобочках три. Если есть черные дыры, то должны быть же и белые. Такая гипотеза была очень сильно распространена в 50-е, 60-е годы прошлого века. И ее в том числе придерживался известный академик Амбарцумян, создатель крупной обсерватории под Ереваном, Бироканская обсерватория. Там очень, кстати, большой телескоп есть диаметром зеркала 2,6 метра. И есть экскурсии. Очень рекомендую туда съездить. Прекрасное место, прекрасные люди. Что такое белая дыра? Родилась эта концепция из того, что мы видели в космосе объекты, которые излучают очень-очень много энергии. Но оказалось, что эта энергия, она как раз берется из вещества, которое падает на черные дыры. Поэтому все те объекты, которые предполагали белыми дырами, они по факту, после проверки, оказались именно черными дырами, поглощающими вещество. И когда вещество падает на черную дыру, она формирует диск из вот этого вещества, закрученного в спираль. Почему диск? А потому что у нас вещество редко падает прямо на черную дыру. Ведь черная дыра — это маленькое иголочное ушко. Но у черной дыры большое гравитационное поле. Поэтому гораздо больше вероятность того, что вещество залетит в гравитационное поле. И вот в этой гравитационной воронке начнет закручиваться вокруг черной дыры. Но она мелкая, и поэтому попасть туда напрямую очень трудно. И вот очень долго вещество, закручиваясь, вращается вокруг черной дыры и потихонечку сползает по вот этой вот гравитационной воронке к самой черной дыре. И утрамбовывается в это иголочное ушко. Но черная дыра, она обладает второй космической скоростью на уровне скорости света. Поэтому любое вещество, которое падает из бесконечности на черную дыру, оно в этом мощном гравитационном поле тоже разгоняется до скорости света.
И поэтому вот в этом спиральном диске у нас все вещество двигается со скоростями десятки тысяч и даже больше 100 тысяч километров в секунду. А мы помним, что кинетическая энергия вещества считается по формуле какой? Все вспомнили школьный курс? Е равно МВ квадрат пополам. И если у нас В очень большое, равно скорости света или близко к ним, да еще и в квадрате, то неважно, какая у нас там стоит М, у нас получается очень большая величина кинетической энергии. И если при этом вещество случайно даже не ударится, а коснется друг об дружку, друг дружку, то при этом уже выделится очень много энергии. И поэтому такие диски, они называются аккреционные, аккреция от падения, будет светиться очень ярко. И их будет видно с другого края Вселенной. Вот такие дела. А двигаемся дальше. Миф номер три. Черную дыру нельзя увидеть. Ну, я более чем уверен, что абсолютное большинство из вас так считают. И кроме этого, все мои слова, которые я перед этим говорил, они прямо вот, ну, прямым текстом утверждают, что черную дыру увидеть нельзя. Но как в этом случае, вот вопрос на засыпку, мы видим черную кошку. Ну, допустим, не ночью и не на руках у негра в закрытой комнате, а где-нибудь вот просто черную кошку, вот как она по городу идет там. Ну, допустим, у нас освещение все-таки отсутствует, но черная кошка идет. Как мы ее видим? А мы ее видим за счет того, что она у нас выделяется на более светлом фоне. Если черная кошка будет проходить внутри какого-нибудь там закопченного котла котельной, то мы ее не увидим. А если она будет идти на фоне свежепобеленной стены, то, конечно, мы ее прекрасно увидим. Вот так. Ученые придумали аналогичный способ для того, чтобы разглядеть черную дыру. Если черная дыра будет у нас на светлом фоне, то она будет его затенять, и мы можем попытаться ее разглядеть. При этом, конечно, она будет искривлять своей гравитацией вид этого фона, и поэтому мы увидим не совсем черную дыру, а скорее какую-то искривленную, такую искаженную картинку с затемнением. То есть это будет некоторая штука, которая называется тень от черной дыры. И вот международная такая огромная международная коллаборация, которая называется телескоп горизонта событий, или в англоязычной литературе Event Horizon Telescope, собрала по всему миру самые-самые большие телескопы, наблюдающие космос не в видимом диапазоне и не в радио, а где-то вот на границе. Это миллиметровый диапазон, так называемый, это граница между инфракрасным и радиодиапазоном. И эти телескопы, они больше похожи на радиотелескопы, но обладают очень крутыми характеристиками по детализации, по разрешающей способности. И вот эта технология, она реализовалась именно в наше время, потому что сейчас появились суперкомпьютеры, способные обработать такой огромный массив информации и способны свести вообще картинку со всех этих телескопов в одну. Ну и на самих радиотелескопах тоже там стоят просто колоссальные суперкомпьютеры и атомные часы и очень-очень много других продвинутых технологий. Поэтому только в наше время мы попытались это сделать и получили первую картинку того, как черная дыра затеняет окружающий светлый фон в галактике Мессье 87. Откуда берется этот светлый фон? Да это как раз диск из падающего вещества на черную дыру. Это как раз аккреционный диск. Так что первая картинка есть, и в некоторой степени ее тоже можно считать доказательством существования черных дыр. Смотри, миф номер ноль. Вот так устроен телескоп горизонта событий. Здесь каждая точка – это отдельный радиотелескоп или даже массив радиотелескопов. Они объединены в одну большую-большую сеть, которая равна по диаметру, ну, почти что земному шару. А зачем такой большой диаметр? А дело в том, что когда у нас антенны разнесены, то мы можем свести их картинку воедино. Это называется интерферометр. Если они наблюдали один и тот же объект в одно и то же время. И получить гораздо более детальную картинку в этом случае. И если мы будем иметь очень много радиотелескопов, то мы получим, во-первых, много информации, а во-вторых, эта информация будет детальная, с большим количеством вот полезных деталей внутри себя. И мы сможем разглядеть картинку черной дыры. Ну, переходим к следующему мифу. Это миф о плотности черной дыры. Ну, наверное, как и в предыдущем случае,
если вы внимательно слушали и помните, что черные дыры рождаются из звезд, и знаете, что звезды весят триллионы и триллионы, и даже еще умножьте на тысячи тонн, то, конечно, в этом случае такая огромная масса, сжатая в маленький шарик диаметром 6 километров, она будет иметь очень высокую плотность. А мы предполагаем, что черная дыра, сжавшись до своего горизонта событий, продолжает сжиматься дальше. Вернее, звезда, сжавшись до горизонта событий, продолжает сжиматься дальше, фактически переходя в точку. И поэтому там плотность действительно будет достигать колоссальных величин. А как же так? Скажете вы, ну, это же не миф. А на самом деле, здесь все-таки есть кое-что от мифа. Потому что, во-первых, если мы говорим про плотность черной дыры, то мы уже можем говорить про плотность вещества, сжатого в точку, да, она бесконечная, но можно говорить про среднюю плотность черной дыры, это вещество, равномерно распределенное под горизонтом событий. Ну и для звезды, конечно, это будет колоссальная плотность, сравнимая с тем, что у нас в атоме наблюдается, вернее, в ядре атома, это очень-очень высокая плотность. А вот если мы начнем добавлять массу к этому объекту, увеличивать его массу, то окажется, что тут действует очень интересный эффект. Дело в том, что плотность – это масса, деленная на объем. А объем у нас, ну то есть масса, она нам даст примерно линейное увеличение радиуса, а объем у нас зависит от радиуса, пропорционально радиусу в кубе, то есть зависимость кубическая. Поэтому, когда мы в эту формулу, вон масса, деленная на объем, когда мы в эту формулу добавим в числитель массу, допустим, там две массы поставим, то у нас размер фактически вырастет в два раза, потому что у черной дыры размер и масса, они связаны линейно. А объем в этом случае вырастет в 8 раз, потому что увеличенный в 2 раза радиус даст нам в итоге 8 раз увеличенный объем. И поэтому в формуле плотности нам две массы надо будет делить на 8 объемов. И в итоге у нас средняя плотность упадет в 4 раза. То есть если мы возьмем звезду в 2 раза большую по массе и сделаем из нее черную дыру, то средняя плотность этой черной дыры под горизонтом событий у нас будет в 4 раза меньше, чем у предыдущей. То есть плотность будет падать при увеличении массы. А, конечно, это виртуальный случай, если мы говорим про среднюю плотность черной дыры. На самом деле мы не знаем, как там вещество распределено под горизонтом событий. Оно может быть строго в одной точке, а может быть еще какой-нибудь более хитрый случай. Теоретики сейчас над этим вопросом работают, и есть некоторые наработки. В том числе вот эти гравитационно-волновые телескопы, они уже способны подобраться к горизонту событий и дать нам ключик к ответу на вопрос, как распределено там внутри вещество. Вот, то есть очень скоро мы этот вопрос поймем. Если дальше, смотрите, дело в том, что во Вселенной есть черные дыры не только маленькие звездные массы, но и сверхмассивные, они находятся в центре галактик. И вот сверхмассивные, они в миллиарды раз массивнее звездных. То есть мы должны будем вот здесь в массу подставить туда миллиард, добавить, да, в числитель к массе миллиард добавить, а в знаменатель надо будет добавить миллиард в кубе. И поэтому средняя плотность устремится просто куда-то в нули. И действительно, у нас средняя плотность может упасть настолько сильно, что средняя плотность сверхмассивной черной дыры будет меньше плотности нашего Солнца, меньше даже плотности звезды, и даже будет сравнима с плотностью воздуха, которым мы сейчас с вами дышим. Вот такие чудеса неожиданные. А поехали дальше. Да, вот сверхмассивные черные дыры расположены вот в таких вот ядрах галактик. Это очень-очень выдающаяся, не только по красоте, но по своим характеристикам, галактика, которая носит милое нежное название NGC-1275. Запомнили? Созвездие Персея. NGC-1275 Персея. Тоже активная галактика. Еще одна сверхмассивная черная дыра расположена внутри нашей галактики с массой в 4 миллиона масс нашего Солнца. И ее массу удалось измерить
по движению звезд. Вот правая картинка, видите, там такие дуги. Это траектории движения звезд вокруг черной дыры в центре нашей галактики. И при помощи третьего закона Кеплера, который вы все, конечно же, помните, нам удалось измерить ее массу с очень высокой точностью. Приближаемся к последним двум мифам. Миф номер 5. Черные дыры все засосут. Но черные дыры не сосут вообще-то. Они искривляют вокруг себя пространство. И в это пространство искривленное соседнее вещество стремится свалиться. Так, ну хорошо, свалится ли все в эту черную дыру, вся Солнечная система, галактика и так далее, или не свалится? А дело в том, что у нас освещенность и гравитационное воздействие от черной дыры убывает по одному и тому же закону. Если мы с вами находимся на определенном расстоянии от черной дыры, и у нас есть определенная гравитация, и мы туда падаем, в эту черную дыру. А теперь представьте, что у нас есть возможность отойти от этой черной дыры в два раза. И в этом случае у нас сила гравитации, или степень искривления пространства в этой точке, уменьшится в 4 раза. А если мы отойдем в 3 раза дальше, то она уменьшится в 9 раз. И поэтому нас в 9 раз меньше будет туда притягивать. Понимаете? То есть мы отошли совсем чуть-чуть, а сила гравитации упала на порядок. А это означает, что расстояния, такие огромные расстояния в нашей Вселенной, которые препятствуют исследовать нашу Вселенную, не дают нам возможность полететь завтра к вечеру на Марс или на Сатурн и погулять там где-нибудь по какой-нибудь замечательной спутнице Сатурна и по его кольцам. Шутка. Вот эти же расстояния, они препятствуют тому, что черные дыры нас съедят. Даже если какая-нибудь черная дыра окажется очень близко к нам. И вот здесь мы обсудим последний миф. Существует ли какая-нибудь действительно реальная опасность от черных дыр? Или все-таки нет? Очень часто можно встретить прям кричащие заголовки, привлекающие внимание о том, что ученые обнаружили там очередную какую-нибудь черную дыру, которая проявляет страшную активность, расположена колоссально близко, и вот-вот она, значит, выбрасывает свои там невероятные джеты, то ли съест нас, то ли засосет, то ли сожжет этими джетами, то ли еще что-нибудь такое с нами случится. Ну, тут, во-первых, следует вспомнить, что жизнь на нашей планете существует уже больше 3 миллиардов лет, и как-то она пережила все космические катаклизмы, и поэтому вероятность того, что прямо завтра там что-то такое сверхъестественное к нам прилетит и нас всех скушает, она, конечно, ничтожна. Тем более, что мы ничего такого не наблюдаем. А что же мы наблюдаем? Дело в том, что мы способны исследовать космос уже на очень больших расстояниях и видим, что вблизи нашей Солнечной системы, по крайней мере, больших черных дыр точно нет. А вот черные дыры звездной массы или даже еще меньших масс, а такие тоже бывают, планетарных масс, такие черные дыры потенциально могут быть. Вот такие черные дыры, они в принципе могут быть недалеко от Солнечной системы. Ну а что такое недалеко? Недалеко — это триллионы километров. Или даже сотни триллионов километров. Поэтому сила гравитации все равно будет очень слабенькой. А вот все известные черные дыры расположены на расстоянии тысячи световых лет. Что такое один световой год? Кто помнит? Это расстояние, которое свет проходит за год со скоростью света. Скорость света вы уже знаете, 300 тысяч километров в секунду. Величину года вы тоже знаете, это 31,5 миллион секунд. Вот умножьте 31,5 миллион секунд на 300 тысяч километров в секунду. И сколько вы там получите? Вы получите здесь 10 в пятой, здесь 10 в седьмой. Вы получите в сумме 10 в двенадцатой. То есть вы получите 12 ноликов километров. Понимаете? Это очень много. Это 10 девятый — это миллиард, а там триллион. То есть это очень-очень много, очень большая величина. Это в одном световом году 9,5 триллионов километров. А у нас до черных дыр, до известных, тысячи таких световых лет. То есть это тысячи триллионов, это 10 в 15 степени километров. То есть смотрите, гравитация упала на порядок,
А у вас тысячи триллионов километров. То есть о какой гравитации можно говорить? Уничтожен. Черные дыры нас, конечно, не съедят, не засосут, не убьют, не поломают, ничего. Поэтому гораздо больше следует внимание уделять нашим земным проблемам или проблемам внутри Солнечной системы, потому что тут, в принципе, какой-нибудь шальной астероид залететь к нам может. И вот это действительно учитывать стоит, потому что астероидов очень много, и они все вот в районе Марса летают. А есть много тех, которые пересекают орбиту нашей планеты, их известно уже 2000 штук. Черные дыры орбиту нашей планеты не пересекают. И еще очень долго не пересекут. Так вот, самая ближайшая черная дыра, которую ученые открыли, стала известна нам совсем недавно. Где-то недели 2 или 3 назад ученые из Европейской Южной обсерватории обнаружили ближайшую к нам черную дыру в южном созвездии, по-моему, телескоп на расстоянии всего лишь жалких 1000 световых лет от Земли. Она входит в состав тройной системы, то есть там 2 звезды и 3-й является черная дыра, которая искривляет орбиты этих 2 звезд, что и смогли заметить. Вот так. Поэтому теперь мы знаем, где расположена ближайшая из известных черных дыр, но неизвестных, конечно, очень много, и я очень рассчитываю на то, что мы с вами будем в ближайшее время их открывать, на то, что вы тоже станете учеными и сможете открывать и создавать черные дыры, и на то, что мы с вами вместе сможем отправиться куда-нибудь в космос и действительно воочию, без помощи телескопа, увидеть что-нибудь такое интересное. Я рекомендую вам почитать вот эту замечательную литературу. Первая — это книга Кипа Торна «Интерстеллар. Наука за кадром». Вторая — это ссылочка на мой сайт, где я подробно разбираю, почему сверхмассивные черные дыры могут быть по плотности меньше плотности воздуха, которым мы дышим. Есть очень хорошая книга Чандрасекара про математическую теорию черных дыр, но это уже для подготовленных. QR-коды, наведя телефон на этот код, вы можете получить ссылочку очень легко. Ну а внизу ссылочка на мой YouTube-канал, мой e-mail, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте. Мой адрес ВКонтакте, обязательно пишите туда свои вопросы. И мой сайт astrotrees.info, где вы найдете большую астробиблиотеку, много всего интересного. Ну, не забывайте о том, что вы можете написать комментарии под этим видео, обязательно поставить лайк, подписаться на этот канал, подписаться на канал, мой канал на YouTube, где вы найдете очень много интересных лекций. И, конечно, следите за анонсами, потому что в ближайшее время мы будем читать еще самые любопытные, увлекательные, научно-популярные лекции. Оставайтесь с нами. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока!